Начался второй тайм, пока. Павлюк сыграл на Кондратьева. Михаил Ошин. Пролов. Снова на Кондратьева. Павлюк. Активно сейчас перепасовываются интерны. Внимательно вытягивай. Хорош, 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 Андрюха, до конца давай. Кондратьев. Попытка дальнего удара от Фролова. Я в неком таком тоже после перерыва состоянии нахожусь, потому что 4 мяча очень легко дались ЕСК, а как-то интерны особо некомфортно пробивают ворота. И вот в таких моментах Павлюк должен забивать. Лежал уже вратарь, без сил был. Фролов. Максим сохраняет мяч, играет на Кондратьева Андрея. Павлюк на Фролова. Андрей Кондратьев. Стом Фролов. Фролов будет разыгрывать. Андрей Мироненко. Почти пробрался, но вот есть перспективный момент. И переиграть-то тут не получается. Павлюк все еще с мячом. Сыграл на Фролова, на вынос Игорь Мироненко разгружает. Выгодный момент, однозначно. Фролов. Михаил Ошин с мячом в центре. Сыграл налево, с давой. Немножко придержал, опять же отыграл на Михаила Ошина. Вот это, я считаю, некая ошибка как раз таки интернов. Часто они в центре располагаются и перемещений поперек не делают. Все ударники, все неплохо индивидуально играют. Вот командная игра немножко не на том уровне, не на футзале, будем так говорить. Нужно, конечно, больше стараться комбинировать. Часто очень принимают спиной к воротам. Когда вход, нужно как где-то искать передачи в разрез. Можно вот. Садимся, садимся! Первый пол. Фролов на Михаила Ошина. Кондратьев Андрей чуточку ошибается. Оба на стык пошли. Миссиура на плашницу. Миссиура. Судовой. Играет на Михаила Ошина. Но Судовой на Фролова. Да,
Андрей Кондратьев. И вот то, что нужно как раз. Ну и тут каким-то образом не дает себя переиграть Остапенко. Уже Фролов так хладнокровно пошел за мячом. А ведь хороший сейв сделал. Андрей Кондратьев придержал, сыграл на Михалошина, открывается Фролов, увидит ли он его, увидел. Но Плашниц там до конца отрабатывает. Снова Андрей Кондратьев. Румянцев. Каркас от Василия. Пошла у него сегодня игра, и тайм-аут берет команда ЕСК. Угловые будут разыгрывать повторно. Романов. Вели мяч интерны. Передача неточная, это брак. И нужно сейчас отрабатывать однозначно. Возможно, высокий прессинг позволит создать еще один момент. И я напомню, 4-1 это серьезное преимущество в счете. Минимальнейшая рука была, но тут судья не дает свисток. А Кондратьев Андрей просто туда, за пределы поля убежал. Андрей Кондратьев не проиграл Ярошенко в скорости в этом эпизоде, точнее не уступил. Но удар не получился у команды ЕСК. Андрей Мироненко. Плашница. Активно перепасовывается сейчас ЕСК. Дощиян. Романов далеко вбрасывает на Фролова. Остапенко на Плашницу. Андрей Кондратьев. Дальний заброс на Остапенко, точнее, дальний заброс Остапенко на Ярошенко. Вот Романов, ответ его уже.
Хорошо играет Фролов. Максим головой. Садовой. Друг к другу прибегает. Постоянно интерны. Андрей Мироненко протянул. Мы попробовали пробить. Сейчас есть шанс контратаковать. Мало пасов. Вот в чем ответ. И вот этот пас. Вон дом, блядь! Кондратьев. Романова снова. Андрей Кондратьев. Игорь Мироненко. Не забивает пятый мяч. Дай он бомбардир попробовать. Дай ему. А пацаны, ну не ругай. Я не буду забороняться. Пролов, финтит. Убежал на фланг. И сейчас сразу в контратаку бегут ЕСК. На вынос играть здесь. Романов. Андрей Кондратьев пробирается сквозь двух футболистов. Третьего проходит. Ну, на удар сил не останется. Дело в том, что нужно стараться играть чуточку хитрее, чуточку больше с комбинациями. Вот этого не хватает. Неплохо индивидуально играет, но нужно чаще играть в пас. Вот этот пас и сразу же гол. Фролов ассист отдал, а забил у нас, надо уточнить. Что за футболист? Гол. Паша, уточни, пожалуйста. Кто забил, подскажите. Ты? Снизу, голубыми рукавами. Отжимайте, блядь, отжимайте, пацаны. Еще гол забивает. Забивается Мисюра Дмитрий с передачи Румянцева. Таким образом, счет становится 6-2. Литвиненко у нас забил гол. Литвиненко. Заел барабан. Сопли застрял. Давайте видели. Пароход. Дом сел, дом сел, Андрей! Уникальный сестер, Валя. Румянцев на Ярошенко, снова Румянцев. Под тобой. Догнал Мисюра мяч, сохранил его в поле. И это еще один гол. Мисюра отдал передачу на Румянцев Василия. Это уверенное лидирование, уверенная победа, уже я бы так сказал. Да, конечно, может быть рано, но 5 мячей, друзья. И это очень непросто отыграть без передач. Лишь только начинают разыгрывать через пас, интерны сразу результат есть. Почему им порой вот увлекаются в эти обыгрыши, не знаю. Романов бросает на Фролова. Вот сейчас 3 в 1. Ну и нужно тут еще передачи отдавать. Литвиненко передачи не отдавал. Забил гол, увлекся, попробовал второй забить. Румянцев на Мисюру. Пролов. Нравится командам в чистый открытый футбол играть. Румянцев. Хорошее ускорение на дальней штанге. Мисюра просто там не стоит. Он должен успевать туда в зону. А он не успевает. Матч
еще не закончил. Кто, пацаны, ну кто? Мы что пешком идем? Михаил Лошин. Сука. Румянцев. Намисюру. А вот белые. Садимся, браво! Ноги просто аут. Повторно разыграли интерны. Фролов. Играет на Литвиненко. Мисюра. Сыграл на Румянцева. Сразу же спринтерский рывок хотел сделать Кондратьев Андрей. Оба быстрых футболиста. Я отмечу, что уже поконтролировать мяч крайне становится выгодно для ЕСК. Ну а вот сил потратили интерны очень много на этот дриблинг и на постоянные обводки. Поэтому и комбинационный футбол сейчас уже не ладится. Михаил Лошин. Сыграл на Литвиненко. Снова Михаил Лошин. Попытка сыграть на дальнюю. Можно попробовать остановиться, развернуться, отдать назад. Ищут все равно. Сразу быстрее пытаются забивать. Этого не выходит сегодня у белых. Кондратьев Андрей на Фролова. Отыграл Фролов назад на Андрея Кондратьева. Румянцев тут в отборе. На ура отыграл Игорь. Навешивает. Мисюра. Ошибка в игре головой. Сразу же аут будет вводить. В атаку стремляется команда ЕСК. Дощиян на Мисюру. А тот два касания непонятных сделал. Один раз вроде как и принял мяч, а второй куда-то пробил и пробросил. Одно, два в одном попробовал сделать. Бежать, Жень, бежать, Жень. Фролов. Жек, а ты должен уже с ним бежать. Андрюх, уходи туда. Дай поиграть. Бежнее. Еще один момент. Фролов Максим. Судовой. Припасовывается. Есть шанс. Ну что, здесь метр? Целую серию сейвов Остапенко сделал сегодня. Фролов играет на Кондратьева. Пятого подключили интерны. Но вот этот другой футбол будет. Кондратьев. Сдавай. Играет на Андрея Кондратьева. Литвиненко. Разыграли интерны, Судовой. Литвиненко играет на Михаила Лошина. Ну, неправильно играет сейчас пятого. Не все широко стоят. И разыгрывать пятого и бить дальние тоже неправильно. Уже балансированная игра интернов. Ну вот сейчас есть шанс. Очень неплохо стоит Остапенко на воротах. Это целая проблема. Дощиян отобрал мяч, отдал передачу на Румянцева. И Румянцев Василий забивает еще один гол. Вась, выйди, дай,
за полторы минуты до конца. Счет таким образом становится 8-2. Фролов. Хорошо пробросил. Каркас. Был. Фролов. Литвиненко на Фролова. Ну, этот такой пас попробуй обработай. Есть шанс сейчас найти свой мяч интерном. Еще одна попытка. Фролов. Так и отдают передачу на Литвиненко. Литвиненко на Кондратьева Андрея. Ну, это не в ворот. 10 секунд до конца. Именно это время нужно атлетам, чтобы добежать 100 метров. Фролов. И звучит свисток. 8-2. Финальный счет. Выигрывает команда ЕСК, с чем мы ее и поздравляем.